Кузефир, танка эфир. Бахтамаров, ассаламу алейкум. Так, бир киши кирди эфирге. Чыдам кайрып калып турла, кээбирлериме деп эмне унчукпайсың, сүйлөй бербейсиң деп. Сүйлөгөндө кичине аудиторияны жыйнап алалы, жөн эле сүйлөй бергенде. Поделиться кылып койсоңуздар. Төрт киши азыр эфирде болгон. Сажида Бактыбаева, саламатсызбы. Так. Салам. Аликас смотр. Алты киши эфирде болуп атат. Да, поделиться кылып койсоңуздар аудиторияны. Акан Айдаралиев, салам алейкум. Тогуз киши эфирде, да, поделиться кылсоң. Светлан, приветствую, как коллега? Все хорошо у вас? Так, да, поделиться кылсоң. Умар Тыныбеков. Жоқтан 10 кіші олсын эфирден, 10 кіші олғынан кейін анан бастайлы эфирді. Тура көрілет, чыдам дұрақ болуға. 8 кіші эфирді. Тұрсынбек Жұнышбаевич. Так, азырқы мен байыны счетчик бойынша өзім кішіне қатурақ айтып қойдым, ошол бойынша мен аз түшіндірме беріп кетейін. Бирок түшүндүрмөнү мен орус жиберейин, анткени могу жерде Зарин, привет. Турсунбек, кандайсың? Вот. Анткени бияктан деген орус аудиторияда бар. Ошон үчүн мен түшүндүрмөнү да орус жиберип кетейин, жаман көрбөңүздөр, сурам силерден. Зарина, саламатсызбы. Значит, смотрите, уважаемые фейсбукчане, я буду говорить на русском языке, немножко объяснения дам. Вот, я извинился на кыргызском языке, что я буду вести на русском языке. Почему? Потому что здесь у нас в аудитории не только кыргызскоязычная аудитория, но и есть русскоязычная аудитория. Поэтому правильно поймите и не ругайтесь. Вот. Значит, в прошлый раз... Абайджумавекулу, салам алейкум. Значит, в прошлый раз утром я делал прямой эфир позавчера. Вот. Поэтому прямому эфиру я немножко высказал негодование. Негодование по поводу замены счетчиков. На что мне ответила Северэлектро. Северэлектро ответила, что согласно постановлению правительства. Вот, как раз Бишкекское предприятие электрических сетей смотрит, и вот я хотел бы именно по этому поводу сделать немножко небольшое объяснение тем словам, почему я обвинил в этом именно премьер-министра нашего, а также обвинил министра энергетики. Объясняю. Значит, смотрите, все электросчетчики, которые стояли и будут стоять, и стоят, и обслуживали очень хорошо эти те электросчетчики, которые заменили, пускай год, два, три, четыре, пять, десять лет, но они в исправном состоянии, то есть за них идет опломбирование, то-то. Они, в принципе, по ГОСТу подходят. Электрические сети очень интересно, ну, они вынуждены это говорить, что согласно постановлению правительства, да, согласно постановлению правительства, надо заменить счетчики. Вот в этом и встает вопрос, а почему постановление правительства такое вносит? Почему они это делают? Да, это все потому, что, почему я и обвиняю нашего премьер-министра. Дело в том, что он просто сел, решили, ему подготовили пакет документов, что, мол, типа так и так надо поменять счетчики однотипные, которые вот они умные счетчики, вот то-то. Здесь и есть, вот здесь и закрадывается сама, можно сказать, афера.
Можно сказать афера. Вот в этом и закрадывается именно тот момент, когда правительство, ну, наше правительство выносит на внутреннее свое обсуждение и подписывает и выносит постановление о том, что надо заменить счетчики. В связи с тем, что людям надо объяснить, то РМПРМ, а потом в конечном итоге они приходят к выводу, что надо заменить эти счетчики. Хотя практически у всего города уже эти умные счетчики стоят, которые еще поставили 5-10 лет назад. А почему? Да потому что уже эти счетчики, видать, где-то были закуплены. Уже были закуплены на бюджетные средства. Именно на бюджетные средства. Их привезли. То есть стоимость закупа на бюджетные средства стоит маленькая. Если мы сейчас покопаемся, кто поставщик этих счетчиков? И это будет не электрические станции. Это будет обязательно какая-нибудь ОСО. Какой-нибудь ПАСО, которое поставило эти счетчики. Эти счетчики где-то закупаются, то все, приходят, а потом говорят, надо эти счетчики заменить. Выносят постановление правительства, решением постановления правительства приходит к выводу, что надо счетчики заменить. И это ОСО начинает поставку этих счетчиков и начинает менять. Этому ОСО, деньги выделяются из бюджета на закуп этих счетчиков. Никто же бесплатно же эти счетчики не дал же. И эти счетчики приезжают и начинают их устанавливать. Деньги, соответственно, с бюджета. Деньги, соответственно, идут с бюджета. А извините, пожалуйста, деньги это с бюджета, это же не частная собственность Акылбека Кусымбековича. Бюджетные деньги – это не частная собственность министра энергетики Ибраева. Это деньги народа, это деньги налогоплательщиков, это деньги, при котором формируется бюджет, государственный бюджет, который взимается за счет выплаты налогов. То есть это народные деньги. Это народные деньги, и когда мы народные деньги берем и запускаем на покупку счетчиков и продаем какому-то ОСО, которое выдаем этому ОСО, которое привозит эти счетчики. И потом эти счетчики надо устанавливать. Это один из видов бизнеса, при котором это одна из схем бизнеса, где выводятся деньги из бюджета, и на эти деньги покупаются счетчики. А потом просто выносится постановление правительства, что надо целесообразность есть поставить счетчики. И они так красиво там аргументируют в связи с тем, что недостаток электроэнергии, что возникают пожары, мажары, все вот эта фигня. И за счет этой фигни они выносят постановление правительству. И это постановление правительства спускает этим же электрическим сетям, то все, им все спускают, и они вынуждены делать. Я, например, бишкекские электросети винить не могу. Почему? Потому что они обязаны исполнять постановление правительства. Вот так вот, если посмотреть, да, все законно, да, в рамках закона вынесено постановление правительства. На основании этого постановления правительства замена счетчиков идет. Законно все. А давайте тогда разберемся, туда зайдем, кто поставляет эти счетчики. Я больше чем уверен, что поставки этих счетчиков идет через какое-то ОСО. Обязательно ОСО. И это ОСО, оно аффилировано, ну, я не знаю, с кем аффилировано, но оно аффилировано обязательно тех, которые близки, можно сказать, либо к телу, либо самому Акылбеку Кусымбековичу. Акылбек Кусымбекович очень такая незаурядная личность, очень незаурядная, смешная личность. Это человек, который умеет, можно сказать, на воздухе делать деньги. Вот и все. А в конечном результате это все сводится просто к минимуму, это просто схема, по которой выводятся деньги из бюджета, а потом эти деньги бюджета
садятся в карманы какой-нибудь ОСО, и за счет этого. Вспомним, давайте вспомним времена правления Хурмы Сергеевича Бакиева, когда у руля стоял этот знаменитый, блядь, Шершов. Вспомните те времена, сколько раз меняли газовые счетчики, сколько раз меняли электрические счетчики. Сколько раз менялись эти счетчики. Это та же схема по выводу денег из бюджета. Вот и все. А теперь за счет этого вынесли постановление правительства. А это постановление правительства, оно написано. И вот здесь встает вопрос, почему наши силовые структуры не могут проверить именно в тот момент, кто привозит эти счетчики. И почему мы не можем, почему в Кыргызстане премьер-министра невозможно привлечь к уголовной ответственности за неправильно вынесенное постановление. Вот давайте, в судах, если судья вынес неправосудное решение, то к уголовной ответственности привлекается судья. А здесь, если вынес премьер-министр постановление, которое, оно идет вывод денег, это первое, это вывод денег из бюджета. Ну, давайте состав преступления будем рассказывать. Это вывод денег, бюджетных денег, это отдача какому-нибудь ОСО, которое поставляет эти счетчики, и проверить саму себестоимость. Какой себестоимости оно приходило и по какой себестоимости эти счетчики были оприходованы и распределены. Тогда можно смело сказать, что мы по Конституции, каждый гражданин Кыргызской Республики, независимо от ранга или еще что-то, он должен нести уголовную ответственность. Независимо. Мы все перед Конституцией равны. Институт премьер-министра – это исполнительный орган народа, который, получается, на сегодняшний день обворовывает свой народ. И поэтому вот в этой части я хотел принести большое извинение электрическим сетям, но и в то же время сказать, ваших сотрудников жалко, потому что они исполняют постановление правительства. Но постановление правительства, оно и есть само нагнетающая обстановку постановления. А в конечном итоге, если разобраться, вот Садыр Нургуджоевич, Рамчик Адыршаевич, если вы посмотрели, было бы хорошо вот этот эфир. Почему? Потому что вы посмотрите всю деятельность Акылбек Усенбекович, всю деятельность, что он придумывает, всю деятельность, которую вам заливает в уши, этот гений экономики. Я бы с удовольствием сказал, да, это гений экономики, если бы он придумал бы что-нибудь гениальное, которое делает прорыв, да. Но он не Люкньё, понимаете, не Люкньё. Это не тот человек, который может что-то сделать. Это просто человек, который действует по старым шаблонным системам. Вывод денег, завод денег, а потом увеличение налогов, придумывают все-таки кассовые аппараты, ККМ, всех заставляя, в конечном итоге приводит к тому, что народ начинает возмущаться. И когда народ возмущается, он возмущается не против Акылбека Усенбековича, понимаете? Самое интересное, что народ начинает возмущаться против президента, народ начинает возмущаться против руководителя, можно сказать, против двух друзей, да? Против Садыра Нургуджоевича и Рамчика Адыршаевича. Вот и все. Это же прямой саботаж, который делает. Вот просто взяли и специально вот запускают такие программы, по которой программе идет недоверие нашему главе государства. Вот, поэтому это вот такие ситуации с счетчиками, это только единичный случай, где за счет того, что решили счетчики заменить, там маржа хорошая, то все, он быстренько
заезжает, быстренько заходит и говорит, все, вынести постановление, обязать электрические сети это исполнить. Но самое интересное в другом. Почему замена счетчиков начинается с жилмассивов, которые, ну, как бы, не возмущаясь, жилмассив? Почему вот в эти вип-городках не начинают менять? Почему не начинают менять в таких элитных домах? Они начинают менять именно в периферии, вот в жилмассивах, которые ниже БЧК. Почему? Да потому что специально делают, чтобы народ начал возмущаться. А теперь насчет этих счетчиков. У меня соседи, наших соседей, моих соседей заставили поменять счетчики. Они однотипные практически счетчики, как и у меня. Такой же умный счетчик. До определенного времени он вырубает. Оказывается, этот счетчик еще интересно, он какую-то посомую тарификацию ведет, я в этой части не разбираюсь, но там один электрик объяснял. Но вопрос-то в другом, что если он чайник поставил, и если он захотел, пока чайник кипит, утюгом пройтись по своей одежде, там все, счетчик вырубает. То есть дается лимитированная, вот такая минимально лимитированная часть. Тогда спрашивается вопрос, а куда вы деваете электроэнергию? Я вот все время никогда не мог понять, почему эти майнинг-фермы, то все. А мне кажется, а не уходит ли эта электроэнергия, которую мы экономим, получается, у народа ставят такие минимальные счетчики. И это все уходит на майнинг-фермы. А потом уже наш министр энергетики говорит, майнинг-фермы получают из Казахстана. Потом Казахстан опровергает, и эти майнинг-фермы, получается, они говорят, с России это электричество. Смешно. Акылбек Кусымбекович, я поражаюсь вашей гениальности, я удивлен вашей сообразительности, и я ненавижу вас из-за вашей чрезмерной ретивости. Где для вас, Казахстан, он не нужен. Почему он вам не нужен? Насколько мне известно, Акылбек Кусымбекович, вы уже давным-давно все, что имеете, движимое и недвижимое имущество, вы давным-давно продали. Начиная от Дамаска, все. Владельцам Дамаска сейчас Азамат Арапаев, говорят. Вот. Как вы получили деньги, чтобы продать Дамаск, и какие деньги вы выдали через российский фонд? 45 миллионов, по-моему, вы там получили. И Дамаск, все, свои бизнес-центры, вы все свое имущество продали. Насколько мне известно, ваша семья уже давным-давно живет в Америке. Здесь вы практически, получается, один. Вам не интересен Казахстан. Я так понимаю. Я так думаю. Я не считаю, что вы завтра, если что-то случится, не дай бог, вы останетесь в Казахстане и будете терпеть весь народ. Я больше чем уверен, что вы просто сядете на комфортабельный самолет и улетите к своей семье, и улетите туда, где ваши деньги. А вам... Мне вас жаль. Я просто вижу, что у вас нет чувства патриотизма, чувства борьбы за свой народ. Почему-то мне кажется, это мое мнение, за мнение не привлекает, не переживайте, Акылбек Кусымбекович. Мне кажется, что вы все делаете для того, чтобы уничтожить казахский народ. Я в этом почему-то больше начал, с каждым днем все больше и больше начинаю злиться на вас. Я злюсь не только из-за этого, вы знаете из-за чего. Если, например, если вдруг коснется какой-то вопрос, я расскажу всю историю, которую вы когда-то сделали. И как из-за вас пострадала моя семья. Я это все расскажу. Но поэтому, Акылбек Кусымбекович, вы знаете, вы до такой степени довели уже до ручки, и именно вы являетесь, я считаю так, что вы являетесь основным катализатором недоверия руководству нашего государства. И я просто не понимаю
Саддам Нурбаджоевича и Хамчи Хадыршаевича, которые держат вас до сегодняшнего дня. Было бы правильно, если бы провелось расследование в отношении вас и в отношении вынесенных вами постановлений и привлечь вас к уголовной ответственности, это было бы более разумно. Это было бы более разумно. Но я так думаю, вы никогда вас не привлекут, потому что, насколько мне известно, вы собрали столько компроматериалов против руководства нашего государства, и этим козыряете, что если вдруг меня посадят, я вот это все выкину. Да вам уже никто не верит. Вы даже сколько бы материалов не кидали, вы уже, весь народ вас ненавидит, Ахылбек Усейбекович. Вы до такой степени довели народ, что каждый, вот я вчера был в Аше, ой, такой прекрасный город. Это просто народ там какой хороший. Ну, люблю я Ош, люблю я Джалалабад, мои любимые города, в которых я бывал, Баткен, Исфану люблю. Такие хорошие города, Кызылкия. Это просто, ну, классные города. Ну, я везде проехал, я поспрашивал народа. Весь народ винит вас, Ахылбек Усейбекович. Вы уже достали, оказывается, до такой степени своими безумными речами и такими гениальными якобы идеями. Но эти идеи не гениальны у вас, поверьте. Вас просто народ уже, оказывается, не любит. И именно вы можете стать триггером, именно триггером для каких-либо волнений. Потому что вы подводите наше руководство, нашего государства. Поэтому, Ахылбек Усейбекович, я так думаю, вам бы стоило бы подумать, прежде чем что-то сделать. Подумайте хорошо. Не стоит вам злить народ. Народ и так злой. Видно же, народ и так злой. Налогами обложили, контрольно-кассовыми аппаратами обложили, все обложили. А те деньги, которые поступают, налоги, которые поступают с контрольно-кассовых аппаратов, со всех налогов, которые вы выстроили, они, деньги попадают в бюджет, а из бюджета они выводятся вот таким способом. Какая-нибудь фирма приходит, предлагает вам заменить счетчики, при этом какая-то, наверное, возможно, какая-то маржа, и за счет этой маржи вы и получаете вот такой вывод средств. Поэтому вы увеличиваете налоги, скажем, все больше и больше. Скоро, наверное, мы будем за воздух платить, которым дышим. Это, скорее всего, ваша задача. И какую вы игру ведете на геополитическом поле, я тоже знаю. Я часто, у меня очень влиятельные друзья в России. Я с ними тоже разговариваю. Это будет другая тема. Но мне до такой степени обидно за то, что нас просто считают за дураков. Поймите, мы не дураки. А вы, Ахылбек Усейбекович, не считаете, что вы умнее великого народа Кыргызстан? Вы не умнее этого народа. И мы все это понимаем и видим. Поэтому, Ахылбек Усейбекович, немножко одумайтесь, прежде чем вы будете вытаскивать вот такие постановления, которые идут вразрез народу. А так, Кыргызстан алга, Кыргызстан будет сильным государством.